Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами обзор на апельсиновый сок Глобаль Вилага. Надеюсь, я правильно прочла. Это наш российский бренд, как выяснилось позже. У нас с вами уже был обзор на гранатовый сок, который оказался, не помню уже, каким-то другим соком. И сегодня у нас будет обзор на апельсиновый. Он очень дешево стоит, меньше 100 рублей. На него акции всегда. Так, здесь у нас меньше литра, да, от пятерочки. То есть, ну, такое название, как бы казалось, что какой-то заграничный, глобаль, там чего-то. А на самом деле просто это от пятерочки, как и красная цена. Вот так он выглядит. Состав. Апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности, лимон, так, лимонная, да, там, и вода. То есть, ну, да, вода еще присутствует. Давайте его попробуем с вами. Так, давайте еще для особости небольшой я его сболтаю. Он такой же оранжевенький, желтенький, как и всегда. Обычненький. И давайте его будем пробовать. Пахнет апельсином. По вкусу такой, знаете, как апельсиновая водичка. Так ощущается, ощущается прямо апельсин. Ну, вот бывает, да, апельсиновые соки обычно пишут. Апельсиновый сок там с мякотью. Или написано, что просто апельсиновый сок. Видимо, когда написано, что просто апельсиновый сок, да, это просто с водичкой. А когда с мякотью, это уже натуральный апельсиновый сок. Видимо, не знаю, я так думаю. Поэтому я его не взбила, потому что я уже до этого предыдущий такой сок выпила и была разочарована. И решила вот сделать обзор еще и с этим. Здесь даже видно, он такой прозрачненький, немножечко отличается, совсем другой, чем должен быть. Но вкусный, кстати, прям ощущается апельсин с водичкой. Ну, как компотик. Апельсиновый компотик. Захотели? Вот, пошли купили. Ну да, прям очень ощущается именно вот вода и апельсин. Апельсиновый сок, разбавленный водой. Как бы, конечно, громко и обидно это не звучало, потому что, когда покупаешь апельсиновый сок, хочется почувствовать там все-таки сок с апельсином, а не с водой. Вот. Ну, он не приторно сладкий, он апельсиновый, чувствуется там апельсинчик, водичка чувствуется. Ну, честно, второй раз не куплю. Нет. Лучше переплатить и купить нормальный апельсиновый сок, допустим, от бренда Добрый. Мне очень нравится, очень вкусный. Это не реклама. Вот. Также пишите свои отзывы, кто уже пробовал вот эти соки, как они вам, другие вкусы. Если хотите какого-то другого вкуса этого бренда, напишите в комментариях, какого именно. То купим, попробуем. Даже интересно, потому что с гранатовым соком было очень необыкновенно. В конечной заставке будет на него ролик, посмотрите обзор. Также обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить наши другие видео, обзоры на продукты. Допустим, вот такую вкусняшечку. Обзоры на технику, влоги, путешествия и много всего интересного. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!